Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Мне здесь Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ник при регистрации. Также можете вводить по промокод. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной на проекте Родина Ролеплей. Итак, как вы поняли по названию, сегодня серия будет посвящена номерам. Потому что добавили новую систему получения номеров, добавили регионы. И поэтому я решил, почему бы нам сегодня не попробовать выбить блат номера. И выбивать я эти номера буду 100 раз, пацаны. 100 раз я буду выбивать номера. И если вам это видео понравится, то в следующей серии мы будем пробовать выбивать украинские номера. То есть сегодня мы будем выбивать чисто русские номера на регионе 3 семерки. А в следующей серии, если вам эта серия зайдет, если здесь будет много лайков и комментариев, то в следующем видео мы уже будем выбивать украинские номера, потому что я думаю, много кто есть из Украины, это будет интересно. Можно будет, кстати, потом казахстанские номера поубивать, белорусские. Короче, все зависит только от вас. Если будет актив, то можно будет продолжить снимать такую рубрику, так сказать, и выбивать номера. У меня есть 2 миллиона. Нам именно нужно 2 миллиона, чтобы открыть номера 100 раз. Потому что один раз номер получить стоит 20 тысяч. Поэтому все как бы нормально. Подъезжаем уже к ДПС в Арзамасе. Именно здесь нужно получать номера. Вот у меня на бэхе, кстати, есть номера. Я их покупал еще до регионов. И вы видите, у меня на машине, точнее на номерах, нет вообще региона. То есть он как будто, знаете, залеплен какой-то бумажкой, видите? Ну я не знаю, как это сделали. Ну короче, вот на старых номерах, я так понял, регионов нету. И давайте будем пробовать. Регион будем ставить 3 семерки. Хотя я не знаю, зачем регион ставить, может... А может как-то рандомный регион? Хотя ладно, будем ставить чисто регион 3 семерки. Так, УУР. И нам придется каждый раз ждать, получается... Пока пройдет время, потому что здесь какой-то лимит есть. Итак, пацаны, как вы можете понять, я пока что ничего не выбил. Но я уже номера открыл 25 раз. Вот сейчас будет 25 раз, когда я открываю номера. Я просто не понимаю, от чего оно зависит вообще, чтобы выпал красивый номер. Просто я постоянно ставлю один регион, это 3 семерки. Ну, типа, это самый, наверное, красивый регион. Можно, конечно, еще и 2 семерки поставить. Но я реально не понимаю, от чего оно зависит просто. Смотрите, я еще ни разу не выбил красивый номер. Вообще, ни полублат, ни фулблат, вообще не. Ничего. И я уже потратил 500 тысяч. 500 тысяч это 25 раз я уже открыл, получается, русские номера с регионом 3 семерки. Я не знаю, как это работает. Реально только один регион можно ставить? Ладно. Это мы уже в следующей серии узнаем, если этот видос зайдет вам. Просто я вот вообще... Ладно, там украинские номера я еще понимаю, регион там АЕ, АА. А вот именно казахстанский, белорусский, я вообще нолик в этом, поэтому это будет интересно, пацаны. Я вам не буду показывать, как я открываю все номера, потому что, ну, нету смысла, понимаете? Я вам сейчас на это потрачу где-то час-полтора, чтобы открыть 100 номеров. И каждый номер показывать, ну, смысл. Я просто буду там включаться через каждые там 25 номеров и говорить вам результат. Но пока что вообще ноль результат. Ни одного нормального номера я не выбил. Вот я не знаю, может регион там какой-то другой сделать. Но я просто хочу регион 3 семерки, потому что это самый, наверное, блатной регион. Если что-то выпадет красивое, классное, то, по сути, этот номер можно будет продать. Поэтому, я не знаю, пацаны, просто какой регион ставить. Мне кажется, все выбивают фулблаты именно с этим регионом. И просто блаты именно с регионом 3 семерки, поэтому я тоже буду так делать. И если вы знаете, там, как повысить свой шанс, чтобы выбить покрасивее номер, какой регион вообще ставить? Я бы регион 2 восьмерки поставил бы еще, но... Посмотрим, пацаны, ладно, сейчас будем чисто на одном регионе не убивать. Если видос зайдет, то будем потом экспериментировать. Либо будем это делать на стримах. САС 513. Я понял. Короче, оказывается, из-за номеров застряется инвентарь. И я этого не знал. Я такой хочу номер получить, а хуй там плавал, называется. Вот у меня сколько номеров здесь валяется, которые нужно просто выкинуть. Поэтому надо искать мусорку, короче. Я не знаю, где ее искать, правда. Но сейчас придется искать мусорку и выкидывать номера, пацаны. Блин, вот это жестко. Я просто потратил уже почти лям. Бля, где... А, вот мусорка, да? Так, давайте сейчас все номера уберем. Я до сих пор ничего не выбил, поэтому все номера я выкидываю. То есть номера, которые я получаю в ДПС, они все остаются у меня в инвентаре, и потом я могу их на любую машину поставить. Так, вот все номера дропаем, дропаем. Ну, кстати, получается, у меня вместилось сколько номеров? Ну, около 40 номеров у меня вместилось. Блин, капец, это долго просто. Я уже полчаса, если не больше, здесь нахожусь. РКА 604. Ну, номер ни о чем просто. Возможно, это реально зависит от региона, типа... Хотя, мне кажется,
По-любому с этого легиона три семерки должно что-то выпасть в любом случае. Ну, блин, я не знаю, я не уверен, то, что все фубаты заняты. Тем более это рандом, и я уверен, то, что все-таки каким-то образом должны какие-то красивые номера полубаты хотя бы выпасть. Поэтому будем надеяться и ждать. Ну шо, пацаны, наконец-то, спустя час, я хотя бы что-то выбил. Это номера No 3.9 или Yo 3.9. У меня еще осталось 500 тысяч, то есть я уже открыл номера 75 раз. И у меня осталось 500 тысяч, то есть осталось 25 раз открыть номера. Сейчас мне нужно обратно слетать и в мусорник выкинуть номера. Оставлю только один номер, который вот этот последний, No 3.9. Ну, регион типа 3 семерки, конечно. Блин, ну, номер хотя бы, знаете, полублат. Но я считаю, это уже неплохо, поэтому... Короче, пока что я убил всего лишь один номер. Я, конечно, не рассчитываю на фуллблат, но этот полублат, знаете, такой себе. Ну, можно, я думаю, продать кому-то, но не особо дорого. Хотя цель моя не продать это, ну, не заработать, моя цель на этом видосе, а просто выбить номера, показать вам вообще, возможно, выбить номера или нет. Один номер у нас есть, полублат, я его себе оставлю, чисто, знаете, так, это память. Но сейчас мы еще будем выбивать номера, у нас есть еще 25 попыток, и, возможно, нам еще что-нибудь выпадет. Я сейчас инвентарь почищу. Итак, осталась последняя прокруточка, так сказать, получение номеров. Нажимаем продолжить, и выпадает полная шляпа. Короче, как вы поняли, мне ничего прям очень крутого не выпало. Мне выпал один полублат, и все. Больше ничего мне не выпало, и я потратил 2 миллиона рублей, то есть я открыл номера 100 раз. На это видео я потратил 1,5 часа, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если вы хотите увидеть еще подобное видео, хотя мы будем пытаться открыть номера и получить какой-то красивый номер, то напишите об этом в комментариях и обязательно поставьте лайк. Давайте постараемся на этом ролике набрать 100 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Ну, я, конечно, не буду расстраиваться, то, что там ничего такого крутого не выпало. Просто как бы это рандом. По сути, это хороший бизнес. Вы можете там взять, например, 10 миллионов и открывать номера. Если вам выпадет какой-то фуллблат, вы сможете его продать за очень хорошие деньги. Поэтому, по сути, это прибыльная тема. Но, к сожалению, мне сегодня ничего не выпало. Но, может быть, еще на стримах там попробуем. Либо еще одно видео запишу, если вам это видео зайдет. Поэтому вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.